Буквально за год у них расширился ассортимент продукции. Я вот здесь вот покажу в небольшом таком облачке, ну как бы. И вот в этой части экрана будет у нас И в этой части экрана будет информация о том, что сейчас можно, допустим, приобрести на сайте компании Богдрав. Кстати, если тебе хочется что-то приобрести, а цены немножко кусаются, то ты можешь использовать мой промокод на скидку 10% Ivy Forever. И его можешь найти в инфобоксе. Там прямая ссылочка будет, по которой ткнешься, и уже сразу у тебя в корзине пропечатается мой промокод. Либо же на экране своего монитора ты увидишь небольшое облачко с этим промокодом. Такс. Чем отличается косметика Богздрав от другой, допустим, какой-то косметики российского либо иного производства? Чем отличается косметика Богздрав от Особенность косметики Богздрав в том, что она обладает пробиотическими свойствами. Так что, если ты боишься, что как оно там очень хорошая, быстрая доставка. Да, там можно как бы Из косметики я заказала себе два средства от ProBioderm. Кстати, ProBioderm это та же самая Богздрав, как я думаю, ты уже понял, зритель. Это у нас молочко для демакияжа пробиотическое, для всех типов кожи, для всех возрастов, а также дневной крем для лица пробиотический, для сухой и чувствительной кожи от 25+. Продукция компании предназначена для профилактики и восстановления собственного полезного состава бактерий. Она содержит функциональные группы культур, которые естественным образом коррелируют разные физиологические процессы организма. Продукция разработана на основании современных достижений отечественных и зарубежных микробиологов. А еще Богздрав производит отличные закваски. В ассортименте компании есть традиционные закваски, а также пробиотические. Кстати, есть закваски, чтобы приготовить, допустим, дома из молока сыр. Первое средство у нас дневной крем для лица, который я тут на руке протестила. А второе у нас средство. Каждое средство под своим номером. Это средство номер 25. Крем дневной и вот это средство номер 42. Чуть больше, чем нужно, нажала, полегче. Ну, как бы можно совсем чуть-чуть нажать, и оно выльется. А я как-то, общем, сколько вылилось. Но это молочко можно использовать не только как для снятия макияжа, но и как бы очищения кожи. Увлажняющее молочко для демакияжа деликатно очищает кожу и удаляет макияж, не закупоривает поры кожи, сохраняет естественный уровень pH, предотвращает шелушение и сухость кожи, делает кожу свежей и ухоженной, содержит ризаты пропионобактерий, способствует нормализации микрофлоры, стимулирует репаративные процессы, укрепляют местный иммунитет, стимулируют микроциркуляцию крови и внутриклеточный метаболизм, обладают восстанавливающим и заживляющими свойствами. Нанести средство на ватный диск и легкими движениями очистить необходимые участки. Подходит для частого применения. Дневной крем для сухой и чувствительной кожи 25+. Питает и насыщает кожу витаминами, маслами, регулирует pH и водный баланс, нормализует секрецию себума, делает кожу мягкой и эластичной, стимулирует синтез коллагена и эластина, содержит антиоксиданты, содержит ризаты лактобактерий, способствует нормализации микрофлоры, выравнивает рельеф и повышает тонус, стимулирует репаративные процессы, улучшает микроциркуляцию, активирует рост эпидермальных клеток, укрепляет местный иммунитет. Вот такие вот средства. Она, во-первых, с таким дозатором удобным. Косметика достойная, и закваски мне тоже очень нравятся. В общем, скажем так,
До недавнего времени средняя арифметическая температура моей кухни и комнаты, пока я не сменила пластик, не поставила пластиковые окна, скажем. Так, ну где-то вот до 20 градусов, 20-22. Самая нижняя, ну где-то вот 19. И я переливаю молоко в чистую чашу йогуртницы, которую ты мог видеть в прошлом обзоре заквасок Бастдрав, и как раз я показывала обзор, ну, в общем, которую ты мог видеть в прошлом обзоре с заквасками Бастдрав, я как раз ее тогда купила, чуть меньше года назад уже, и тестировала и йогуртницу саму, и закваски вместе с ней. Вообще нужно как бы обдать кипятком все емкости, которые ты будешь использовать. Ну, соответственно, кастрюлю, если ты будешь кипятить молоко, чтобы прибить всякие вредные бактерии, которые нам как бы не нужны. Потому что в молоке могут размножаться не только хорошие бактерии, но и не особо хорошие тоже. Вот она у меня чистая. Потом я переложу сюда. И молоко. Я сначала наливаю молоко, потом добавляю закваску, размешиваю тщательно около 2 минут, вот, чтобы совсем все размешалось. Ставлю сюда, крышечка, и включаю. И вот 18:22. Снова здравствуй, зритель. У нас... И убирать в холодильник. Не падает, не вытекает, не покинет вас. Я залью сюда это молоко, тщательно размешаю и уберу свою йогуртницу, ну, на ближайшие 10-12 часов до завтрашнего дня. Вот, прошло чуть больше времени, чем я ожидала. Сейчас без 15-12. Ну, молоко стало нормальной такой температуры, ну, как бы, около 20 градусов. Теперь я это размешаю. Сейчас экологически чистую ложечку возьму. Я думаю, около 12 утра, да, может, в 11 даже, оно уже будет готово. Ну и... Через 11 часов я это проверю. Даже, может, сначала через 10. Ну, как получится. Ожидаем. Случилось, а вот он. Такой вот густущий. Сейчас его ложечкой пропробую. Я этот кефирчик постараюсь не съесть до того, как я его засниму. Как он в консистенции своей густой находится. Да, я случайно вчера, как ты помнишь. Он более нежный в этом плане. Но все равно, я думаю, не менее вкусный. Ложка, не падай. Я снимаю на руке. Я сейчас попробую камеру перевести на себя. Ложка, не утопляйся. У меня ложка испачкалась практически вся в кефире, потому что я ее туда случайно уронила. Вкусняшка. Вкусничка. Очень даже вкусничка. Так что, зритель, если что, вот ты можешь также использовать... какой-либо готовый уже кисломолочный продукт на закваске Бастдрав, как материнскую закваску. Но я думаю, эту уже можно использовать только один раз. Мне кажется, следующая уже будет совсем жидковатая. Но это как вариант, если вот, допустим, тебе сильно приспичило
кефирчика закваска закончилась. А ты в ожидании новой партии заквасок в посылке там или еще что, или только еще собираешься заказать. Особенно если используешь мой промокод на скидку Ivy Forever, то у тебя будет целых 10% скидки. Это очень выгодно.